Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы начинаем свой обзор вот с таких вот теплых мест. Этот подарок мне подарила моя супруга, любимая жена. Тебе большой-большой привет из этих далеких теплых стран. У нас солнышко, за спиной у нас шикарный пляж, девчонки. В общем, все суперски на высшем уровне. Так что, ребят, нахожусь я вот в такой вот обстановке шикарной. Всем желаю такой уже вот именно приятной вот ноты. Солнце, берег, пляж, девчонки. Всем желаю приятно отдыхать на своих днях. Так что вот так вот, ребят, мы отдыхаем. Если что-то, как-то я вам сейчас покажу, где я на самом деле. Это был мой подарок на день рождения. Мне сегодня 39 лет. Всем дожить до этого возраста и быть счастливым со своей семьей. Так что, ребята, вот такой вот у меня подарок подарила моя жена. Ну а на самом деле, смотрите дальше и узнаете, что это за подарок. Ну и как же, ребята, у нас без Парижа? Как говорится, увидеть Париж и умереть. Ни в коем случае без Парижа нельзя. Так что фотографию на память. Сейчас мы можем позволить себе все. Можем съездить в Париж, посетить различные достопримечательности. Так что будем себя баловать такими вот роскошными местами. Побываем на футболе, на хоккее, на всем, что угодно. Даже на Олимпиаду мы с вами отправимся. Так что смотрим. Будет довольно-таки интересно. Если интересно, ставим пальчики кверх. А сейчас я вам расскажу и покажу, как я всего этого добился. Так что смотрим, будет интересно. Итак, ребята, а на самом деле у меня за спиной никаких нету теплых далеких стран. Живу я скромно, никуда не выезжаю отдыхать, так что отдыхаем у себя на родине, в Самаре. Сейчас у нас за окном, здесь холодно, снег идет, заморозки и все прочее. И супруга моя любимая, дорогая, подарила мне домашнюю фотостудию, чтобы я не мучился и снимал то, что хотел. Сейчас коротко покажу, в чем заключается моя мини-студия. И думаю, будет довольно-таки интересно, любопытно. Может, кто-то поступит именно таким же образом. Смотрим сейчас коротко то, что имеем. А имеем мы самое главное. Это вот такой вот зеленый холст, полотно. Хромукей, на котором я и снимал. Затем довольно-таки профессиональная оптика, осветительные приборы, которые дают хороший свет. Очень хорошие имеются настройки сзади, профессиональные. Да, в принципе, он и называется так вот, по-профессиональному. И есть еще к нему рассеиватели, вот такие вот зонты. Тоже одевается сюда же и осуществляется рассеивание именно цвета, чтобы было довольно-таки реально. Вот такая незамысловатая у меня аппаратура появилась в домашних условиях. Будем снимать кинофильмы. И я думаю, вам это будет по душе смотреть, слушать именно вот такие приятные сюжеты на домашний хромукей. Ну, ребят, вот такой вот мне подарок подарила моя супруга. Вот будем теперь снимать довольно-таки интересные сюжеты. Так что моя домашняя фотостудия будет работать скоро в полном объеме. Сейчас мы настроимся, научимся, как она в принципе работает. Сегодня был пробный сюжет. Скажите, как у меня получилось с этим. Так что отпишитесь. Буду очень рад, если вам понравился такой сюжет. И в дальнейшем
мои сюжеты будут такие же. Все, всем пока и удачи!